У многих из нас нарушен баланс брать и отдавать. Эта медитация поможет вам настроиться на поток изобилия, а значит, откроет канал принятия. Многие из нас не умеют получать подарки просто так. У таких людей, как правило, есть убеждение, что мне никогда и ничего просто так не приходит, просто так ничего мне не дается. За все в этой жизни нужно платить. Если у вас есть такие установки, эта медитация поможет вам настроиться на поток и открыть ваш канал принятия. Как отдаете, так и принимаете. Это важная составляющая. Выполняйте эту медитацию каждый день в удобное для вас время. Важный аспект здесь – делать эту медитацию регулярно, каждый день. Точно так же, как вы умываетесь, чистите зубы или кушаете, делайте эту медитацию обязательно каждый день. Это поможет вам настроить свое подсознание на волну удачи, а значит, вы откроете свой канал принятия и будете готовы получать подарки от Вселенной, подарки от людей, потому что вы достойны по праву рождения получать просто так то, что вы хотите. Вселенная изобильна, и она в любой момент может дать вам то, что вы хотите. Главное здесь настроиться на принятие и поверить в то, что все возможно получать просто так. Достойны жить богатой и изобильной жизнью. Вы достойны быть в счастливых и гармоничных отношениях. Вы можете быть абсолютно здоровым на всех уровнях. И вы можете легко реализовываться в своем предназначении, жить в удовольствии и получать наслаждение от этой жизни. Жить, как живут маленькие дети, просто наслаждаясь. Они живут, потому что им просто интересно жить. И эта медитация поможет вам настроиться на щедрость, изобилие Вселенной. Настроиться на волну удачи, везения и богатства. Создайте себе пространство, уединитесь. И мы начинаем. Садитесь удобно и комфортно. Главное, чтобы спинка была прямая, ножки на полу. Стопами представляете, как вы как будто бы соединяетесь с Матушкой Землей, с ее потоками, а макушкой тянетесь вверх. Закройте глаза. Сделайте медленный глубокий вдох. И выдох. И еще раз глубокий вдох. И медленный выдох. И еще раз глубокий, медленный вдох. И выдох. Дыхание всегда сонастраивает вас со Вселенной. Представьте, как каждый ваш вдох как будто бы наполняет вас светом, ярким, жемчужно-белым потоком света. С каждым вдохом этот поток становится мощнее. Каждый выдох освобождает
ваше сознание, ваше тело от того, что больше не нужно, от того, что отягощает вашу жизнь. Каждый выдох помогает вам освободиться, очиститься от неприятных мыслей, от ограничений, от нужды и бедности. Глубокое дыхание помогает вам соединиться с сознанием Вселенной. А когда вы настроены со Вселенной, она вас слышит и дает вам то, что вы хотите легко и в самое ближайшее время. С намерением через выдох отпускайте все, что сжимает внутри, все, что некомфортно внутри. Просто выдыхайте. Просканируйте свое тело и все, что там еще мешает, с намерением выдыхайте. Свет мгновенно трансформирует все ограничения в поток любви, удачи и изобилия. Просто поверьте в то, что все ваши глобальные мечты, желания и цели, они реальны, и Вселенная всегда помогает вам их осуществить. Она в один миг, в один момент может дать вам то, что вы желаете. Просто позвольте ей и разрешите ей. И сейчас мы будем настраиваться на это позволение, открываться всем подаркам Вселенной, открываться щедрости Вселенной. И вы научитесь принимать эти подарки. Вы настроите свое подсознание на щедрость и изобилие и легкое принятие, позволение проявляться этой щедрости в вашей жизни. И прямо сейчас вы перед собой видите чистый, прозрачный стакан воды. Он настолько чистый, настолько кристально прозрачный. И вы делаете глубокий, медленный вдох. И на выдохе становитесь таким же кристально чистым и прозрачным. Снимаются все информационные наслоения на всех уровнях, во всех пространствах, во всех реальностях.
держим фокус на своей чистоте и прозрачности. Вокруг вас пространство становится чистым, освобождается место для нового и счастливого. И вот сейчас вы видите себя в вашем любимом месте, где вы любите побыть наедине с собой, где вам всегда комфортно, где вам всегда уютно. Если этого места у вас нет, просто представьте его. На всей планете Земля есть ваше место силы, и вы легко его можете сейчас найти и оказаться там. Вам уютно, вы в полной безопасности. И вам комфортно. Это место всегда исцеляет вас и наполняет энергией и силой. Здесь потоки обладают мощью. Исцеляющие ваше сознательное и подсознательное. Вы ощущаете под ногами приятную прохладу Матушки Земли. Вы ощущаете ее дыхание. Ее потоки, наполняющие вас мгновенно. Вы ощущаете, как через вашу макушку входит теплый, яркий свет, исцеляющий вас мгновенно во всех сферах жизни, во всех реальностях и пространствах. Вы позволяете этим потокам, этой энергии течь легко через ваше тело, и каждая клеточка у вас наполняется этими потоками и этой энергии, исцеляя вас на уровне ДНК. Сделайте глубокий медленный вдох. Выдох. Тотальное соединение с собой и со всей Вселенной. И вот сейчас вы наблюдаете, как кто-то вдалеке идет к вам. У каждого человека есть свои помощники. Кто-то называет их ангелами и архангелами. У каждого человека есть высшие силы, которые помогают ему
Возможно, это ваши предки. А возможно, это какие-то реальные люди. Просто наблюдайте, как они идут к вам. Приближаясь, вы видите, что в их руках у каждого что-то есть. И вот кто-то подходит первым, и в его руках вы видите веточку дуба или какого-то другого растения и дарит вам. Вы берете это растение и ощущаете, как мгновенно наполняетесь еще большей силой, исцелением, благодарностью и любовью, принимая этот подарок. Вы ощущаете внутри себя источник счастья, радости и вдохновения. Вы вспоминаете самые счастливые события в вашей жизни, и эта энергия счастья и радости мгновенно пробуждает в вас исток изобилия, благодарности и любви. Счастье внутри вас. И прямо сейчас вы ощущаете и вспоминаете, как это быть счастливым просто так. Как радуются маленькие дети. Вы счастливы просто так. И вот подходит другой к вам человек или ангел. И в его руках вы видите большую, красивую книгу. Возьмите ее. И когда вы берете ее в руки, вы осознаете, что эта книга – источник мудрости и знаний, подаренные вам от высших сил. И в один прекрасный день вы заглянете в эту книгу и увидите четкую картинку, глядя на которую, вы осознаете свое предназначение в этом мире, для чего вы сюда пришли и зачем вы здесь. И вот сейчас подходит другой человек или ангел, и в его руках вы видите ключи от автомобиля, о котором вы всю жизнь мечтали. Принимайте их с благодарностью, рассмотрите и осознайте, что это за автомобиль. И вот он уже вам подарен. Просто примите с благодарностью. И подходит следующий. И в его руках вы тоже видите ключи. Это ключи от вашей квартиры или от вашего дома. А возможно, это ключи от виллы, которая находится на берегу океана.
просто принимайте с благодарностью и любовью. И вот подходит другой человек или ангел, и в его руках вы видите символ любви и гармоничных отношений. Этот символ у каждого свой. Возможно, это обручальные кольца, а возможно, это просто сердечко, а возможно, это белый голубь, символ любви и благополучия. У каждого он свой. Примите этот щедрый подарок и, принимая его, вы осознаете, что ваш идеальный спутник жизни уже близко, если вы не замужем или не женаты. Или когда вы принимаете этот символ, вы осознаете, что уже сейчас ваши отношения исцеляются и переходят на совершенно другой, глубокий, духовный уровень любви. Безусловной любви. Осознанной любви, где вы дышите в унисон, где вы понимаете друг друга с полуслова, где вы наполняете и дополняете друг друга, где вы счастливы каждый вдох, где вы просто вместе и благодарны от того, что вы в этих отношениях. Увидьте свои идеальные отношения. И вот подходит еще один ангел или человек, и в его руках вы видите полный кошелек денег. Но этот кошелек волшебный. В нем деньги всегда есть. Они никогда там не заканчиваются. И когда вы берете оттуда купюру, туда прибывает еще 10. Примите этот волшебный дар финансовой свободы, финансового изобилия. Принимая его, вы видите, как мгновенно создаются счета, как мгновенно у вас есть выгодные и прибыльные инвестиции. У вас появляется сразу несколько источников стабильного дохода. И денег столько, сколько вы себе даже не можете представить. Денег намного больше, чем вы можете себе представить. Почувствуйте это ощущение, что деньги всегда есть. Деньги легко приходят в вашу жизнь. Что денег столько, сколько воздуха. Как вы легко дышите, так вы легко можете реализовывать и привлекать большие доходы, большие суммы денег. Почувствуйте себя богатым человеком в материальном и на духовном уровнях. И вот к вам сейчас подходит еще один человек или ангел. И в его руках вы видите то, о чем вы давно мечтали. Примите этот дар. И за этим ангелом еще стоит очередь
и за этим человеком еще стоит большая очередь. И это все дары вам. Просто принимайте. Наряды, путешествия, здоровых, счастливых детей, здоровых, счастливых внуков. Принимайте то, что вы давно хотели. Позвольте Вселенной одарить вас щедро. Принимайте столько, сколько захотите. И когда вы примете все, просто поблагодарите тех, кто сейчас к вам пришел и подарил эти подарки. Поблагодарите Творца, поблагодарите Вселенную, а также себя, потому что вы уникальный человек, вы сотворец. Своей мыслью вы творите свою реальность. И пусть ваши мысли будут только здоровыми, богатыми и счастливыми. С любовью к вам, Мария Шайхутдинова. Thank you.